И новость из области фантастики. Немецкие инженеры изобрели телепорт, просто объединив в одну сеть 3D-принтеры. Опытный образец уже работает и даже получил имя – Скотти. Это название оператора телепортационной системы, знакомым поклонникам сериала «Звездный путь». Система устроена довольно просто. Первый 3D-принтер оцифровывает объект, разрушает его, а затем посылает зашифрованную инструкцию второму принтеру, который и распечатывает предмет в другом месте. Причем действует Скотти послойно. Каждый кусочек с предмета он срезает только после того, как отправит его на второй принтер. Возможности образца пока сильно ограничены. Работают только с пластмассой черного цвета. Инженеры, впрочем, рассчитывают, что прогресс в сфере 3D-печати со временем расширит ассортимент вещей, которые можно телепортировать.